Окей, все, поехали. Итак. Дахлама. Сейчас, секунду. Да, вот я думаю, это здесь было. שכחנו שרק לפני פחות משבוע היו כאן טילים על כל נכון. הארץ והושגה הפסקת אש בחמישי, בין חמישי לשישי בלילה ואנחנו כאילו חוזרים לשגרה, אבל אנחנו מנסים... Что-то я не понял. Я, видать, не туда кликнул. Сейчас полсекунды, хорошо? Сейчас что-то вдруг пропало. Сейчас. 10:30 כאן... А, да, все, вот 10:30. בסדר יום, בוקר טוב לדוקטור דורון. У нас тут в программе дня Маца. Доктор עמית מחקר במכון בגין סדת באוניברסיטת Сотрудник института Бегин Сада, то все, 5-10. בר אילן, לשעבר מנהל יחידות מחקר בשבק. В прошлом ответственный или руководитель аналитического отдела в Шабаке. Что такое Шабак, народ знает. Это как бы внутренняя разведка. בעזרתך בדקות הקרובות אנחנו רוצים קצת לנסות ולנתח את תוצאות המערכה, הסבב, תקרא. Ну, вот с вашей помощью мы хотим понять, оценить, каковы причины, как понять вообще последние события. Севев, когда говорится про Севев, имеется в виду в смысле последнего противостояния. Севев – это как бы круговорот, то есть она имеет в виду очередной… А, виток, вот, очередной виток с газой. Можете назвать его последним. Мы обычно все очень быстро забываем, называйте как угодно. Да, мы уже забыли, что неделю назад тут вообще говоря были ракеты на всю территорию Израиля. И вот, ну это к тому тарифу, к дате, которая относится между 5 и 6 вечера, было заключено соглашение о, ну не перемирии, а как называется, прекращение огня. Мы как будто возвращаемся к рутине. Еще поговорим. Мы пытаемся понять, как мы вышли вообще из этого очередного витка. И ты в своей, ну, замечательной, потрясающей, интересной статье, которая называется «Шомер Ахомот», так называлась эта операция, «Страж стен». «Стен» имеется в виду, я думаю, это какой-то намек на Иерусалим, который ты назвал «стратегический провал». כותב שהפרשנות עודות סבב הלחימה בעזה היא סוג של תקלה, תקלה ענקית אתה מגדיר את זה. Да, и там ты говоришь, что вообще общее определение вот этой военной операции, которая была, это тактический провал. תסביר למה. נכון. Ты можешь объяснить, почему? כי אני חושב שבמידה רבה אנחנו וחמאס דוברים שתי שפות שונות. Да, я думаю, почему? Потому что в какой-то до определенной степени мы и Хамас говорим на разных языках. И мы говорили об этих разнице в этих двух языках, имеется в виду двух подходов внутри самого противостояния, внутри самого этого витка. И эта разница, она в определенной степени повлияла и на оперативные решения, которые были приняты. Я думаю, что мы, имеется в виду мы как Израиль, говорим все время на языке тактическом, на языке оперативном. Если ты внимательно слушала те заявления, имеется в виду военных, политиков, стратегов, которые были внутри, во время этого противостояния. И на уровне политическом, и на уровне военного, политического руководства, военного руководства. Можно было понять как бы наш подход, наше отношение через общее выражение. Общее выражение было статистическое.
а именно было выстрелено столько-то ракет, сбили столько-то. Мы это пьет, пьет ракету. Мы как бы подсчитывали, сколько было выстрелов по Израилю ракетных, сколько ракет было сбито, сколько было поражений. Считая, приводили цифры террористов и активистов Хамаса, которых удалось ликвидировать. Подсчитывали километраж подземных туннелей, которых удалось разрушить. Подсчитывали количество военных оружейных складов, которых удалось разбомбить. שישמדנו לחמאס ואת את אמצעי הייצור שבעצם ישמדנו דרך האוויר. אוקיי. זה סוג של מה שנקרא הסתכלות מאוד טקטית כמותית, אבל אני חושב... Да, и это подход очень тактический и очень как бы числовой, почти, ну как бы комутит, то есть читать по... То есть не по качеству, а по количеству, так бы я перевел. שבמידה רבה כשחמאס הסתכלה על הדבר הזה. Да, но до большой степени, до определенной степени, Хамас, когда смотрит на своими глазами на происшедшее, Хамас к этому относился или смотрел на это с совершенно другой логикой, абсолютно противоположной. Вот это начинается интересно. И это, вот оно честно говорит, Игайон стратеги эйхутани. Вы видите, да, те, кто минимально знает иврит, то есть он говорит, израильская сторона подходила к камути. Камути – это означает числовой подход, то есть количественный. А Хамас подходил эйхутани. Эйхутани – слово эйхут – качественный. То есть он подходил с точки зрения не количества, а качества. Когда он не концентрируется на количестве, а на той пользе, на той эффективности, которую он получил в стратегическом плане. И в этом столкновении или встрече между двумя позициями или между двумя взглядами, подходом тактическим, количественным и подходом стратегическим, качественным. אני חושב שבסופו של דבר מי ששם קצת את המשניקת הג'טונים שלו בתוך הכיס זה דווקא חמאס. Я думаю, ну это такое выражение, тот, кто кладет жетоны в карман, я думаю, что жетоны имеется в виду, когда играют в игровых автоматах, то тот, кто выигрывает, кладет жетоны. То есть, грубо говоря, выигрыш на стороне Хамаса по очкам. במובן האסטרטגי. Еще раз, кто-то что-то сказал? Я сказал, можно вставить слово? Да, пожалуйста. Это напоминает различие в игре в шахматы и в шашки. Наверное, старик, я не знаю, смотри, я не очень сильно играю в то и другое, но ты, по-видимому... Там, тем не менее, в одной есть явственное количество, она идет до исчерпания количественного ресурса. Да. А в шахматах есть, так сказать, позиция, и там можно проиграть, имея полную доску фигур. Окей, все, я окончил. Нет, просто мне пришло говоришь, в голову. Смотри, давай чуть-чуть его послушаем. Ты все правильно говоришь. Поскольку я как бы слушал это, и я знаю, куда он гнет, я с ним как бы согласен, грубо говоря. Это то же самое, что я все время тут, ходя по кухне, кричу все время. Все это, да, это то, к чему он приведет. Ну, давай дослушаем как бы чуть-чуть подальше, а потом обсудим. Все это? Хамас язмата мараха ляфтаат. А дальше он начинает как бы описывать ситуацию, как он видит, чем это отличалось от предыдущих. Итак, Хамас задумал большую операцию, начав с... Да, полностью удивив Израиль. Значит, я от себя добавляю, как известно, вот все военные специалисты, там стратеги и 5-10 убеждали нас в том, что Хамас совершенно не заинтересован в военном противостоянии в настоящий момент. И поэтому это было, как говорили, полной неожиданностью для... Израиля, ну для нас-то что, а для как бы военных, о том, что он таки да, развязал, но еще каким образом развязал. Вот сейчас он будет как бы это описывать. Да, и причем то, что новое, что Хамасу удалось как бы спроектировать противостояние с Израилем, вынув его, я расширяю то, что он сказал, вынув из...
чисто локального географического противостояния Газы и Израиль, да, то есть вот на юге, спроектировав его на внутреннюю ситуацию в самом Израиле. На отношения между, повлияв на отношения или задействовав отношения между Израилем и арабским меньшинством, которое проживает в стране. Сумев также, ну, разбудить, поднять, взбудоражить или задействовать как угодно арабов, которые живут на территориях. Он, ему не удалось здесь все-таки как бы создать или спровоцировать настоящую интифаду, да, но тем не менее, в общем, как бы в рамках терроризма и всего прочего, это явно чувствовалось, оживление. При этом как бы задействовал все эти компоненты, позиционировав себя как предводителя общего арабского или палестинского сражения против Израиля, к полному как бы удивлению израильской, ну, как бы, стратегии, все, которая считала, что это совершенно, что для Хамаса это совершенно нелогично и неправильно так делать. Да, и это полностью противоположно политике, как он утверждает, Израиля, которая на протяжении многих лет, которая старалась расщепить или разделить палестинцев, выделяя Газу, это я от себя добавляю, в отдельный очаг напряженности и не связывая ее, а пытаясь всеми способами разделять между территориями, между израильскими арабами. Да, но при этом сказал, что Хамас бы очень хотел, конечно, задействовать и север тоже, в том числе Насралу, но на наше счастье Насрала... Извиняюсь, такое неудобоваримое имя, но по-русски это звучит, может, правильно, такое оно есть. Но Насрал-таки, да, сидел тихо, а сейчас он будет объяснять, почему. Понятно, что потому что он получил по голове очень сильно в прошлый раз. Да, очень важно для Хамаса, что она превратила тему Иерусалима в ишу, то есть в некоторую центральную тему, чего раньше совершенно не было в противостоянии с Газой. Да, и как бы основной причиной или стержнем вот последнего витка, так как это представлял Хамас, совершенно не было то, что было до сих пор. До сих пор было слово «аздара». «Аздара» — это означает, что они, начиная какие-то военные действия, все время пытаются выбить для себя лучшие условия следующего прекращения огня. Да, там открыть порт, сделать это, добиться этого. А здесь в центре была просто поставлена совершенно другая тематика. В центре была поставлена тема Иерусалима. Ну да, он перечисляет, что до этого были какие-то технические вещи, связанные с Газой. Например, снятие морской блокады. В скобках говорю, Израиль вынужден делать морскую блокаду на Газу и при этом говорить, что как бы устанавливать, что все морские перевозки только через порт в Ашкелоне. Почему? Потому что, естественно, опасаются, что если будет открыто, то они там навезут себе таких ракет, что это будет уже как бы полный конец. Ну или еще какие-то технические вещи. А в этот раз было что-то по-другому. В центре вдруг был поставлен как бы Иерусалим. Да, я говорит, они поставили, как Хамас поставил в центре вот этого конфликта тему Иерусалима, которая имеет совершенно колоссальный как бы потенциал для как бы для базирования или для утверждения их позиций в арабском мире, в палестинском мире. Да, для этого очень эта вот тематика, она понятна, что их позиционирование вообще как бы как в качестве регионального игрока, скажем так.
לשאול כאן שאלה וגם לנסות לזקק ממה שאתה אומר את התובנה בעצם. Она говорит, я попытаюсь сейчас попросить вопрос, а также получше понять то, что ты уже сказал. Окей. Хамас, районит, мипхинато, ницах. Хамас, его точки зрения, с точки зрения как бы логики, с точки зрения идеологии, с точки зрения стратегии, он победил. Я тебя правильно понимаю? Ну что, Омер, ונשאל, ואם הוא ניצח, כשהוא מנצח רענית, לא אכפת לו מההפסד הפיזי, אוקיי? И при этом, правильно ли я понимаю, так она спрашивает, да, правильно я понимаю, что вот представление такой победы для него совершенно не важно, что это происходит на фоне того физического как бы поражения или физического ущерба, который он получил. Ну, дальше она перечисляет эти дома, которые упали на людей, смерть так называемых мирных граждан, это я говорю так называемых мирных граждан. Ну, в общем, как бы тот ущерб, который был нанесен Газе. Ситуация, при которой Газа была в очередной раз доведена до того, что называется гуманитарная катастрофа. Маим, эн хашмал. Нет воды, нету газ, нет воды, нету, так сказать, керосина, электричества. В скобках скажу, если не все знают, воду, электричество палестинцы получают, естественно, из Израиля. Кстати, воду не знают, я так сказал, воду, может быть, сами, а может быть, я не знаю, электричество 100% получают от нас. Это вы видите шейла шели? Ты понимаешь мои вопросы? אני מבין את השאלה שלך, אני גם רוצה משהו לחדד את שאלת הניצחון וההפסד. Да, говорит, я вполне понимаю, я хочу заострить вопрос выигрыша и проигрыша. Лехадет. Я думаю, что то, что произошло, это что Хамас ра'ат ха-мараха бамувоним а-эстратегим. Он говорит, я думаю, что то, что здесь произошло, это то, что Хамас видел или в его глазах, или оценивал происходящее с точки зрения стратегической. ולא זו בלבד, אלא שבעצם במערכה, או במה שאנחנו קראנו כעוד סבב, עוד סבב קטן של לחימה. И более того, то, что мы называли как еще очередной виток, как еще очередное столкновение в ряду столкновений, которые уже были. מה, בהקשר הרצועתי ישראלי, חמאס ראה את זה בפרספקטיבה הרבה יותר גדולה. И мы это видели как продолжение вот этих бесконечных витков столкновений с Газы Хамасы, а Хамас видел в происходящем совершенно новую постановку вопроса. כאיזה סוג של מה שנקרא התנגשות, או סוג של מערכה שהיא גדולה ממידות הפוליטיקה הישראלית חמאסית הקטנה. Представляя вот произошедшее столкновение не в рамках, как обычно, столкновения такого мелколокального между Израилем и Хамасом, а совершенно другом региональном уровне. מערכה שמתחוללת במזרח התיכון, как часть того מערכה, это как бы сражение, противопостояние, которое происходит на Ближнем Востоке. בין שתי אסכולות מרכזיות. Вот, теперь он начинает развивать некоторую тему. Между двумя осколами, ну, по-русски переводится школа, доктринами, можно сказать, между двумя доктринами. Аскола, שבמידה רבה ישראל הובילה אותה בעשור האחרון, שאני... Одна доктрина, которую, можно сказать, Израиль продвигала, лидировала в течение последнего десятилетия. מגדיר אותה כאסכולה תועלתנית פרגמטית. Которую можно назначить как доктрина прагматическая, да, туалтанит. Туалтанит – это прагматическое, туэлит – это выгода, то есть, ну, как бы на уровне прагматической. זו אסכולה שאמרה שאנחנו צריכים להתרכז במזרח התיכון בקידום תועלות פרגמטיות בסיפור... Которая декларировала, что мы должны сосредоточиться для того, на доктрине, о доктрине прагматической, которая принесла бы пользу, сейчас понятно скажет кому, всем окружающим. Повышение уровня жизни, ну, повышение уровня жизни, хорошо. Стабильность и так дальше. Это была доктрина Израиля по отношению к тем конфликтам, которые у нее есть с арабами эти. Эта доктрина привела к
Видите, он не говорит «косло». «Осло» уже понятно, что это провалилось. Он тут как бы имеет в виду то, что сейчас произошло. Называется, эта доктрина привела к заключению, или результатом ее было заключение договоров, которые называются мирные договора или просто договора Брит-Авраам, Союз Авраама. То есть имеется в виду странами Персидского залива, которые сделал Биби, четыре страны, с которыми мы подписали соглашение. И у этой доктрины был как бы явное следствие, или вот эти заключения этих соглашений мирных, у них было явное следствие отражения на внутреннюю политику. Приводит пример Мансура Аббаса, который откололся от традиционного объединенного списка арабских партий, вот, и который стал как бы отдельным игроком, который, ну, я сейчас говорю, как заигрывает с еврейскими партиями, с сионистскими партиями, и хочет самостоятельно войти, как бы стать самостоятельным игроком на политической арене Израиля. А это доктрина, которая говорит, что мы, как умные, продвинутые люди, это я от себя добавил, да, мы как бы кладем в шкаф, или он говорит, вешаем на стенку наши националистические идеологические как бы лозунги, и как люди умные, продвинутые, это я от себя добавляю, мы занимаемся практическими делами. В надежде, как бы, или, да, продвинуть аспекты наших взаимоотношений и экономических, но прежде всего, как бы, экономических, да. А напротив этого нам предстоит доктрина, которые называют доктрину идеологической. Политика та зехут. Да, даже не идеологическая, он говорит политика оскола зеутит, то есть доктрина самоидентификации. Скола, что мишу шутав лазе махане итнагдут ба мизрах атихон, вехи роа ленахон лекадем арахим, а что нека мухлатим. И это та, как бы, оскола, это та доктрина, которой поддерживают или которые придерживаются тот лагерь, который называется лагерь противостояния. То есть это все арабские силы, которые противостоят Израилю. Сейчас тут было одно слово, я его, честно говоря, забыл, оно было важное. יש את האסכולה, שאני מגדיר אותה כאסכולה הזהותית, אסכולה של פוליטיקת הזהות. זו אסכולה שמי ששותף לה זה מחנה ההתנגדות במזרח התיכון, והיא רואה לנכון לקדם ערכים, מה שנקרא, מוחלטים. Да, и эта доктрина, которая ставит своей целью продвигать задачи или цели абсолютные. То есть если по отношению к Израилю цели относительно, цели как бы тактика, практически улучшать жизнь, развивать экономику и все, ну, типа, грубо говоря, это новый Ближний Восток. Хотя, когда он говорит про Брит Шалом, имеется в виду и то, что Биби как бы заключал. Напротив этого, да, супротив этого, стоит совершенно другая доктрина, абсолютно, которая совершенно по-другому смотрит на наше противостояние. Политика та зехут. Это утопия, это идеология, чем мы сходим в мудахей каце. Кшеутопия. Да, и говорит интересно, эта доктрина, сейчас имею в виду Хамаса, это доктрины, доктрины идеологические, да, которые связаны с мировоззрением. И интересно, такой термин говорит осколот или районот каце. Он говорит, что они абсолютные. Вот, и они как бы концепцию, в смысле, что они крайне, они крайне радикальные, то есть они не, это я от себя добавляю, не склонны ни к какому компромиссу. Идеологит в микре шел Хамас, зе, ма, мехикат Исраэль? Ну, она его по-простому спрашивает, ну, а с точки зрения Хамаса, какое как бы реальное выражение этой идеологии, что это как бы стирание Израиля? Бен Ашалкин. Окей. Он говорит, да, в числе прочего, конечно. А Району, Бецем,
сук шел идеология, шеш ба меймад шел каце, еш ба меймад... Он говорит, это, надо понимать, что это доктрина, это такая вот, вид такой доктрины, у которой есть ярко выраженный аспект, он говорит каце. Каце, я бы правильно, наверное, перевел как бы крайней радикализацией, то есть в том числе человек находится в какой-то такой точке, что его оттуда невозможно сдвинуть. Чель мухлатут. Мухлатут, то есть полная абсолютизация. Полная абсолютизация. Да, это идея, что шуафим элея бехоль мехир, бенигуд ла... Да, ну она переводит опять на простой разговор для ее слушателей, говорит. А, ну то есть ты как бы говоришь о том, что это доктрина, которая выражается с параметрами непримиримости, ни идеи, ни на какой компромисс. Он говорит, да, конечно. Это прагматизм, что лохаем отца, но... Никакого прагматизма. Прагматизм, что омер, есть ли идея, но я мухан литлот ота ала кир, я гам истекал пармайм бьем ала постер азе. Да, и говорит, в отличие, это я говорю, в отличие от израильтян, которые говорят, давайте наши идеологии сложим в шкаф, они говорят, нет, а здесь, говорят, мы вот наши идеологии повесим на стенку, и вообще даже лучше будем пару раз как бы смотреть на них и каждый раз думать, а мы им соответствуем, либо нет. Я понимаю, что это קיים, но в общем, я хвенет маасай באובה לפי עיקרון אחר. И тогда, и в связи с этим человек как бы себя настраивает на определенный лад и говорит, да, в принципе, как бы я сейчас от себя добавляю, практически надо было делать раз, два, три, но мои как бы вот эти идеологии КЦ, то есть это вот радикальная идеология, она мне диктует совсем другой тон, и я это буду делать. Мувана зе, они хушев, שמה שקרה פה בסבב הזה, זו ההתנגשות הגדולה בין שתי האסכולות הללו. И он говорит, то, что мне представляется, это то, что вот в этом витке произошло именно столкновение этих двух доктрин, этих двух оскол. Аскола прагматистит мул асколас политика тазиут, столкновение между доктриной прагматической и между доктриной самоутверждения, самоидентификации. Окей, ты сам тебе спать. חמאס מתייצבת בראש אותו מחנה של פוליטיקת הזהות שמנסה לאתגר ולערער את אותה אסכולה פרגמטית תועלתנית ש... Да, и Хамас таким образом позиционирует тебя в качестве передового крыла вот той самой осколы доктрины идеологической, радикальной, непримиримой, которая бросает вызов доктрине прагматической. Мединат Исраэль, и не только Мединат Исраэль, а гурмим носафим бетоха эзор, колеля... Которая бросает вызов практической доктрине, которой придерживаются не только Израиль, а и другие... страны, факторы, игроки в нашем регионе. Но он имеет в виду то, что называется умеренные арабские страны. И даже он говорит, конечно, это находит свое выражение и среди израильских арабов, и как по отношению к израильским арабам. אבל אני חייבת רגע לשאול משהו בהקשר הזה. אני אגיד, и он говорит, что по отношению к израильским арабам то, что произошло, конечно, они сделали, как бы получили огромный просто выигрыш. Она говорит, секунду, я должна тебя что-то спросить. של האסכולה התועלתנית, אוקיי, הסכמי אברהם, אבאס מנצור, עסקת המאה וכך הלאה. האסכולה הזאת השאירה את הפלסטינים בחוץ. להם לא הייתה שום תועלת מזה. אולי זאת אחת הבעיות עם האסכולה. А, ну она как бы, я понимаю, куда она ведет, она говорит, да, но вот, а как ты ответишь на такую штуку, что они как бы вырвали себя из вот этой осколы доктрины практической, которую представляют, перечисляют опять вот эти мирные договора с этими умеренными странами, с этим Мансуром Аббасом, который стал играть на политической арене. Почему? Потому что, ну как бы, она намекает, говорит, что Израиль не связал Хамас вот с этой доктриной, то есть не дал возможность связать с этой доктриной. אני חושב שבמידה מסוימת, עסקת המאה חתרה, או האסכולה הזאת, אני חושב שעסקת המאה היא גילמה אותה, אז היא הייתה הגילום, נקרא לזה הפורמלי שלה, באותה מידה שאני חושב שסייקס פיקו היא איזשהו גילום של אסכולת פוליטיקת הזהות, כן? Но он говорит, смотри, мне кажется, что вот эта вот доктрина, которая нашла свое выражение, да, практическое, в союзах с умеренными странами, вот этот Брит Авраам, это гилум. Гилум – это в смысле некоторое выражение, да, некоторое выражение вот именно этому практическому подходу, точно так же, как
соглашение Сайко-Пико, это было выражение доктрины на то время, доктрины именно идентифицирующей, а не практической. זה לא מקרה שעסקת המאה, נקראת עסקת המאה. אני חושב שעסקת המאה התגרה את חמאס במובן הזה. Да, и он говорит, поэтому мне кажется, что именно вот этот союз, который называется «Иската Меа», сделка века, да, этот, опять соглашение, мир договор, называется «Идгера». «Идгера» по-русски вообще нет слова «идгар», да, «челлендж», а тем более уж как бы отглагольное, но в смысле бросила вызов Хамасу, заставив его решительно действовать. היא רצתה להכיל את המערכת הרצועתית בתוך הרעיון הפרגמטי התועלתני, דרך הקונספט של הזה. Да, и Израиль, как бы, или вот эта модель, она стала своей целью включить туда Хамас, вот в эту строящуюся модель, как бы, практицизма. Да, ובמידה מסוימת יכול להיות שמה שראינו עכשיו זה קצת את תקרת הזכוכית אולי של האסכולה הפרגמטית. Да, есть такое выражение «тикрат асхухит». Не знаю, как перевести по-русски. Грубо говоря, это пробивание крыши. Имеется в виду, что то, что сделал Хамас, это был его выход из этого как бы тупиковой ситуации, вот, в которой он оказался по заключению этого договора. То есть он должен был себя резко позиционировать с другой стороны. Туальтанит, ודאי שמופעלת מול גורמים כמו Хамас. אנחנו אגב ראינו אותה גם תקרת הזכוכית שלה גם בהיבט הפנים ישראלי, כי מי שהשתתף באותם אירועים, באותם אירועים בערים המעורבות של הפגנות, של התפרעויות. Мы видели вот точно такое же как бы противостояние вот этому модели мирных договоров с арабами, мы это видели на примере того, что происходит с израильскими арабами. Почему? Потому что тот, кто был зачинщиками, тот, кто был ядром вот этих столкновений, я говорю, погромов. Да, я вижу руку, сейчас, секунду. לא השתתפו בתוך החגיגה הגדולה של אותה אסכולה פרגמטית תועלתנית. Это те самые силы, которые совершенно как бы не кайфовали или не принимали участие вот в этих в торжествах или да, в торжествах или в праздновании вот этих победы практически или плодов практической доктрины вот в этих договорах с умеренными странами. Который выразил, опять же, он говорит, Аббас Мансур. Которые представляют собой маргиналы, как он говорит, маргиналы и арабского меньшинства в Израиле, как это называется, социальные элементы, преступные элементы. Пытается как бы подыграть ему и говорит, ну да, полиция тоже так говорит, что у большинства тех, которые вот были ядро этих самых погромов, столкновений, да, беспорядков, это были те, у которых есть преступное прошлое, авар плили. במשחק הנורמטיבי. הם לא השתתפו במשחק, לא רק במשחק הנורמטיבי, במשחק הכלכלי, כי חייבים להבין משהו לגבי האסכולה הפרגמטית והתועלתנית בהקשר הערבי-ישראלי. האסכולה הזאת ביקשה בעצם לייצר מצב של אחדות הכלכלות, הכלכלה היהודית והכלכלה הערבית. גברית, אתה כך בנחוצה, כך קרס, פרימום פרטיבריה, שסכסוף סכמי אינטרסמי, потому что именно прагматические эффект вот этого возможного расцвета экономического, который мог бы последовать за вот этими договорами, вот, с умеренными странами, это, конечно, сыграло, могло бы улучшить их ситуацию, то есть они как будто бы выступали против самих себя, против своих собственных интересов. Это как бы хазон, это такая идея, мог бы их превратить, в смысле, ну вот израильское общество мог бы превратить в типа того, это я от себя добавляю, что представляет собой израильское общество, только-то некоторая разновидность среднего класса, обеспеченного, работающего, вовлеченного как бы в деятельность страны. Okay.
מזרח ירושלים. מכיוון שתכף... И он говорит, это эти вот как бы силы или группировки, которые ну, вот выступали, делали беспорядки, погромы, они как бы бросали вызовы именно вот этой вот как бы модели упорядочивания, все как бы позиционируя себя, что они не находятся внутри этой игры. Да, но она ему говорит, как обычно говорится в радиоинтервью, у нее по 15 минут, вы видите здесь вот эти вот табем, эти язычки, вот она ему говорит, ну, наше время кончается, пожалуйста, как бы срезюмируй, скажи, как бы основной резюме твоего нашего интервью или твоего подхода. Окей, איפה אנחנו נמצאים כעת? או לאן ישראל, מה ישראל צריכה לחשוב מחדש? То есть, как бы говорит, ну хорошо, скажи мне, объясни нам, где мы находимся сейчас, и как, что должна прогнозировать Израиль дальше. על הסיטואציה. אני חושב שקודם כל ישראל צריכה לעשות איזושהי עצירה, יש מושג כזה בשדה, נקרא לזה בשדה הצבאי, שנקרא עצירה אופרטיבית, אני חושב... Он говорит, мне представляется, что с точки зрения как бы... стратегии, с точки зрения доктрины, Израиль должна остановиться, вот, взять некоторую передышку, обдумывание и осмысление произошедшего. Он говорит, на военном терминологии это называется оперативная остановка. Прежде всего понять, что здесь реально произошло в последнем витке, не с точки зрения опять впихивания это в уже заработанную доктрину, да, а понять, что произошло действительно на самом деле. И понять, что это был не просто очередной виток, к которому мы уже привыкли. Очередной виток противостояния с Хамасом. Произошло некоторые как бы события, которые явно выходят за рамки нашего обычного противостояния, к которому мы привыкли с Хамасом, локального и ограниченного. Ну вот как бы противостоянием привычного нам с Хамасом. По существу надо сделать по-новой все приспособление в смысле приложения новой доктрины, стратегии к тому, что происходит. קודם כל לפצח קוגניטיבית ורעיונית את גורמי היסוד, או את ה... נקרא לזה, את ה... надо как бы понять, разделить, разлифацех, это вообще про орешек говорят, то есть как бы расщелкать, да, разложить на составляющие вот те причины, которыми руководствуется Хамас. Что им движет? Настоящая машмаут амити, то есть настоящая значимость тех факторов, которые стояли за действиями Хамаса. Мне кажется, из того, что я слышу между тем диалогом, между тем, ну как бы, да, диалогом или диспутами, которые ведутся на политическом уровне, на военном уровне в Израиле, я совершенно не уверен, что действительно те, кто ведут эти диалоги, они действительно осознали то, о чем я говорил. Я боюсь, что мы, в смысле их, не поняли по-настоящему глубоко, что действительно произошло вот в этом последнем столкновении с Хамасом. Не смогли вынуть это или поставить это вне той принятой доктрины всех последних лет нашего локального местного столкновения с Хамасом. И поняв это в перспективе гораздо более широкого стратегического противостояния на совершенно другом уровне. Мне кажется, что это то самое главное, что мы должны сделать сейчас.
ואחר כך לעשות, כי אני חושב שבאיזה... הציינית תוך שזה здесь произошло, и принять соответствующие выводы. שום מקום, אנחנו קצת מגדירים את האירוע הזה במונחים הלא נכונים, וזה... Мне кажется, что мы определяем произошедшее совершенно неправильной терминологией. זה מאוד משניקה, מאוד יקשה עלינו לקבל החלטות שיש להם... Такой неправильный подход, это очень сильно... осложнит нам принятие правильных решений в будущем. משמעות אסטרטגית, כי אין ספק שהקרב הזה בין שתי האסכולות האלה, התועלתנית, זה... Нет никакого сомнения, что вот это вот сражение между этими двумя доктринами, асколами... Асколот политиката зовут... Опять повторяет, аскола, доктрина прагматическая и доктрина идеологическая, самоидентификации. Украв, ши имашех, в бейнатен... Это сражение, которое будет продолжаться. Ши амараха истайма, кмо ши истайма, аван... Да, и вот прошедший виток, он как бы закончился так, как он закончился. Макишим, это ши сук шел хамицут. Мы все, у нас есть эти ощущения некоторого упущенной возможности. Они хушев, ши анахну... Наргиш хамицут гама пама баим, лонев... Ну, она ему как бы подыгрывает и говорит. Ну, и мы как бы, понятно, такое же ощущение упущенных возможностей у нас, по-видимому, будет и следующем. И понятно, ну, она как бы говорит, ну, и, наверное, не стоит удивляться, что мы будем удивлены в следующий раз тоже. Доктор Дорон Маца, Амит Мехкар, Махон Бегин Садат, Университет Бар-Илан, Лешавар. Доктор Дарон Маца перечисляет все его регалии. Та-та-та-та-та-та. Большой. Мы на лихидот мехкар бешабак. Туда раба шдибарта итану абокер. Туда-туда. Персомот ветахев хузрим. Рекламу мы вернемся. Все, рекламу слышать не будем. Тоф, окей, стоп-шер. Все, пожалуйста, все, кто хотели говорить, начиная с Ани, пожалуйста, включайте микрофон и говорите. Аня? Аня? Мы тебя не слышим, я все еще не слышу. Ань, ты выключила... Вот сейчас у тебя включен микрофон, но мы тебя не слышим. Хорошо, займись микрофоном пока что. Гриш, ты тоже хотел сказать, у тебя рука поднята. Включай микрофон. Да, хотел. Я просто так по нескольким пунктам. Ну, во-первых, насчет... сравнение Хамаса с Хизбаллой, там это чуточку прозвучало. Вот. И до этого были часто мысли, что больше боялись нападения с севера, то есть Хизбаллы из Ливана, чем с юга. А? Я попросил, чтобы мне попить принесли. Слиха, слиха. Ага. Вот. По этому поводу, что нужно сказать? Все-таки ведь Хизбалла – это не палестинцы по национальности. Это ливанцы, которые там включены в свою политическую систему. У них полно своих проблем и задач, кроме того, чтобы бороться с Израилем. К тому же они очень сильно были потрепаны в Сирии, понесли там большие потери и не получили того материального вознаграждения, на которое рассчитывали. Вот. Дальше, я думаю, что я могу автор... добавить? Могу добавить? Да. Да. Смотри, конечно. Я тебе скажу даже не столько свою точку зрения, сколько я слышу, опять же, вот своими ушами донести до вас то, что как бы в радио, в эфире существует. Смотри, оценка разницы между Насралой и как бы в нашем аспекте, что он молчал и он ничего не делал, да, кроме каких-то там своих выступлений из бункера, но реально ничего не сделал. И даже когда были несколько ракет, тут же, значит, очень упорно доказывал, что это действительно, что это не они, а какие-то палестинские группировки. Смотри, это разделяется, потому что те, которые опять вот сторонники, сейчас мы идем в русле вот того, что мы слышали, да, от этого человека, не помню, Дарон Маца, да, вот, те, кто хотят продолжать следовать практической доктрине, они говорят, Насралла молчит, потому что он не островок террористов, которым как бы нечего терять, это Газа. А я опять же еще раз в кавычках скажу, примечательно, что тем не менее говорят, что вот этому витку этому противостояния предшествовало самый лучший экономический период в жизни как бы Газа. Это тоже надо заметить. Но возвращаясь, но при этом они говорят, Насралле есть что терять. Он как бы часть государства. И он знает, что если что-то будет, Израиль тут же ударит по инфраструктурам. А поскольку в Газе этого нет, и реальные следствия говорят,
Надо пригласить французские компании, надо пригласить какие-то эти, чтобы они строили там порт, чтобы они строили это, чтобы им было что терять. И это опять идет в некотором противоречии с тем, что говорил этот человек. Ну, да, при том, что Ливан как государство, это все-таки состоявшееся государство, а не Газа. Вот, теперь пойдем дальше. Вот вообще умные политологи всегда говорят, если вдруг произошло что-то такое, чего раньше не было, то вот надо подумать, почему. Вот здесь ответ прозвучал, по-моему, достаточно правильный именно в отношении Хамаса. То есть, помимо всех историй с палестинскими выборами, действительно, конечно, им нужно было что-то делать после вот этих вот договоров Израиля с Эмиратами, Оманом, там, Саудовской Аравией, Марокко, все, что там шло. Это понятно. Вот. А вот то, что вышли на улицы именно израильские арабы, граждане Израиля, вот это, по-моему, произошло впервые, потому что они почуяли запах крови, они почуяли запах слабости, что вот эти вот ракеты из Газа летят, вот, евреи прячутся в убежищах, вроде бы идут ответные обстрелы, а ракеты все равно летят и летят. Тоже, да. Ну, тоже, да. Хотя, смотри, когда было противопостояние с Балой, и он стрелял, или там, когда Иран был в Персидском заливе, да, ну, как бы там не менее страшно было, может быть, не столько ракет. А, железного купола тогда не было. То есть, насколько я вспоминаю то, что было, например, да. Железного купола. Страшные, такого не было. Железного купола не было, и потом это все-таки были другие. Есть же все-таки у палестинцев собственное какое-то теперь уже национальное самоощущение, отличное от ливанского, иракского там, и так далее. Здесь в данном случае палестинцы. Вот. И мне кажется, что ключевой вопрос все-таки, Израиль найдет какой-нибудь... Ведь понятно же, что дальше будут, так или иначе, будут проникать все-таки в Газу еще более опасные вооружения, еще более современные какие-то ракеты. Вот. И найдет ли Израиль способ, или я уж не знаю там что, все-таки справляться с этим живым щитом добровольным, который ставит на себя жители Газы. Я думаю, что тактические вещи армия будет как бы решать или постарается сделать так, чтобы не было такого наращивания. Но то, что вот он говорил, и то, что мне пока, и то, что ты сейчас как бы говоришь, да, это действительно, я не вижу как бы конкретных вещей, как-то конкретных лозунгов, исключением тех, которых называют радикально правыми, там, я не знаю, я могу сказать, то, что на устах там Смотрич, предположим, или Бен-Гвир, которые считаются как бы, ну, вот, радикалами, маргиналами, да, вот. Общая тенденция, главное, это постараться быстро забыть этот ужасный сон, вернуться к тому, что было, склеивать, вот, постоянно. Я же не говорю, что это неправильно, то есть как бы представляю, да, вот главное то, что крутится по радио, по телевидению, вот, как бы евреи и арабы, которые вместе работают на работах, там, в больнице, еще где-то, вот они стоят и говорят, я не без цинизма, да, и говорят, что как здорово, мы вместе, надо быть вместе и так дальше. Но я от себя добавлю, мне лично не хватает вот в этих рекламных роликах только одно, не хватает израильского флага, понимаешь? То есть, как бы, опять, это, на мой взгляд, это, как бы, идея такая, что давайте все загладим, и давайте не услышим, о чем они говорят. А давайте найдем тех, которые, как бы, будут так же, как мы, вот как он говорит, свои эти националистические штуки куда-нибудь в шкаф положить, они не будут про это говорить. А мы за это, как бы, будем им образование помогать давать, и в общество включать. Ну, и чего вообще ломать голову? Ну, как бы, есть государство и есть. Но это, как бы, некоторая техническая структура, понимаешь? А он в этом отношении прав насчет этих всех Эмиратов и так далее. Вот, просто теперь у них уже немножко изменится ощущение. Они сами боятся всяких хамасов и всех этих радикалов, то самое, как не знаю кого. Как вот. Египет, конечно, как и Египет. Конечно. А почему Египет? Конечно. Слушай, Египту было бы самое логичное вообще их взять, понимаешь? Ну, просто совершенно логично было взять.
Почему? Конечно, им не нужна такая головная боль, но в ситуации, когда понимаешь ли, Хамас борется, да к тому же еще и успешно, вот, то теперь уже у них возникает вопрос, а нужен ли нам такой союзничек против Ирана? И вообще нужны ли нам, так сказать, не поставят ли нам потом вину, что мы предали какое-то общеарабское дело, мало ли чем там все кончится. Одно дело, когда Израиль сильный, другое дело, когда не пойми что. Ну да, но смотри, с точки зрения вот внутриизраильского, да, вот я тебе скажу такой вот простой расклад, как мне кажется, да, можно было бы сделать две вещи. Первая вещь сказать так, а ну-ка, ребята, давайте определимся, на двух стульях больше сидеть не будете. Вот мы вам сейчас даем типа там меморандум гражданина Израиля, подписываешь, либо валишь в Палестину, а там написано, служу в армии, уважаю это, встаю при этом, делаю это, не выступаю. Да? Вот такой чек-лист. Делаешь это, остаешься гражданином. Не нравится, вали туда. Даже, предположим, вот как эти анклавы были, да, остаешься здесь, но удостоверение гражданина Израиля положи на стол. Это одна школа, да, вот как он говорит, да, одна доктрина, а идут-то все-таки по другой доктрине. Доктрина говорит, у них есть нежелательный элемент, такой вот... как это, антисоциальные элементы, преступные элементы. Его надо снять. Сейчас идет как бы супероперация, нам все время про нее рассказывают, действительно так, в Яфо, везде, там, типа того, что в полиции, в Шабаке, у них есть банк, порядка 500 человек, около 500, которые вот такие нежелательные элементы. Весь вот этот вот как бы, как-то не пенки, а наоборот называют, пену, вот пену всю эту собрать, как бы тогда оставить нормальных, и тогда все будет как бы, и тогда все будет нормально. Я не очень в это верю. То есть есть что-то, как бы не то, что настоящее, но можно сказать настоящее. Есть что-то настоящее, понимаешь, в их выступлении. В том плане, что это какой-то настоящий огонь, который просто так, на мой взгляд, это не связано только с преступными элементами. Это совсем другое. Как с этим Израиль будет бороться, не знаю. Показать хоть какую-то способность к силе. Я понимаю, что трудно бить по живому счету, но хотя бы не восстанавливать эти линии электропередач. Ну, хоть это. Смотри, окей, все равно их на самом деле восстановили, и даже несмотря на то, что хотели связать с возвращением тела погибших солдатов, даже это не сделали, все равно восстанавливают, и все. Это тактические больше вещи, потому что, как бы, грубо говоря, Израиль получает карт-бланш на проведение операций довольно долго, понимаешь, и бомбить, и то, и все, 5-10. Почему? Потому что проводит их хирургически, все время говорит, что мы стараемся как можно меньше воздействовать или задевать не террористов и не тех, кто как бы не участвует в конфликте. Это как бы общий лозунг, понимаешь? Поэтому, исходя из этого, понятно, что будут нет ситуации, которая, казалось бы, логична, а именно, ах вы гады такие, мы сейчас все отключим, вот и дохнете там с голоду, сидите в темноте и вообще, сейчас мы вам тут не блокаду, а просто все скажем, пошли вы все нафиг. Нас там нет, почему вообще должны вас кормить, почему мы должны завозить и все. Закрываем все и дохнете с голоду. Ну, понимаешь, картины в Газе, когда там пухнущие дети и все прочее, это то, что хочет Хамас. Потому что тогда демонстрации во всем мире, они приобретают как бы дополнительную горючку. То есть тут тоже надо понять, как бы, что является тебе, кажется, как бы справедливым. А что является, ты играешь им на руку. 100%. А это все очень перекликается с тем, что написано в книге Пинхаса, но только сейчас уже нету времени, поэтому я прошу прощения. Окей, господа и дамы, кто... Да, Жень, пожалуйста, мы тебя слушаем. Да, я хочу пару слов сказать просто. Нет проблем. Значит, кроме этих перестрелки там с Газой, это у нас постоянно, это можно небо сейчас снимать. Самый главный итог, то что идея государства Израиль, это государство, где евреи могут быть спокойно жить, которое не будет погромов. И это было еще до образования государства была идея. Но эта идея не работает сегодня. Да. Полиция оказалась в стороне, армия в стороне. То есть каждый защищался как сам, как хотел. Более того, Верховный суд сказал, что из-за того, что есть евреи в этом самом ВАКа, из-за этого были погромы. Если бы евреев ВАКа не было, бы погромов не было. Вот и все, это Верховный суд решает такие вопросы. Поэтому это как бы это несерьезно. Что я хочу сказать, что решение одно – это депортация. Смотрите, мы недавно были в Кувейте, да? Была война, захватили Кувейт.
там были десятки тысяч рабочих палестинцев, израильских. И когда американцы это самое вернули власть Кувейту, этим местным жителям, то всех депортировали полностью. И никто ни слова не сказал. Более того, я хочу сказать, что сегодня идет радикализация ислама. Сегодня мир становится исламским и китайским. Это вы должны понимать, потому что сегодня Китай и ислам – это две движущие силы. И поэтому деваться некуда. Сегодня посмотрите, что в Европе. Турки, родители турок, которые приехали в Германию восстанавливать, они хотели абсорбироваться и стать настоящими немцами. Но молодежь не хочет идти, она наоборот занимается терроризмом, занимается убийствами там в Германии. То есть в этом плане это не работает система. Более того, то, что Израиль сегодня... Завтра должна была состояться ТЭКИС в Иерусалимском университете, где вручают дипломы. И этот ТЭКИС отменили, потому что там будут и арабские студенты, и еврейские студенты. Поэтому он отменен. Вот и все. То есть вообще непонятно, кто управляет, за что. Здесь нет места арабам. Это должно быть четко. Ну я понимаю, мы с тобой это понимаем, но, к сожалению, это не... Это на сегодняшний момент это невозможно осуществить. Мы к этому будем... Я понимаю, но мы должны это пропагандировать. Это понимаешь? На всех платформах. У нас задача какая? У нас задача воздействовать на израильское общество, правильно? Мы с тобой понимаем, что изгнание из Гуш-Катифа, оно осуществилось не только из-за того, что Шарон там играл в какую-то игру, Кадима и все прочее, а из-за того, что реально-реально было как минимум половина общества, которое это поддерживало. Наша задача повлиять на общество. Если мы сейчас будем говорить о том, что мы придерживаемся доктрины Рава Каана Заль, либо Ганди, да, тоже Заль, да, то мы с тобой... Ну, Ганди тоже социалист. С другой стороны, мы не можем повлиять на остальных. Тоже левак. Да, нас скажут, что мы маргиналы, и все. Поэтому мы будем продвигаться. Нет, мы не маргиналы. Есть люди здравого смысла. Есть люди прагматики. А есть, которые это самое, находятся в виртуальном пространстве и что-то придумывали, какие-то новые марксистские теории. Вот и все. Смотри, я тебе скажу такую штуку. Вот простой пример, да, реальный пример из жизни. Родители подростка, ну, не, по-моему, даже не подростка, может, 20 лет, вот, которого застрелили полицейские, то есть он погиб, умер. Демонстрация, которая была Ум-эль-Фахам, да. Они пожертвовали, да. пожертвовали 6 его органов, 6 израильтянам. Я не могу таких людей считать как бы своими врагами и говорить, что их надо высылать. Я не думаю, что вообще было бы просто, не дай бог кому-нибудь израильтянину сделать еврея вот такой вот шаг. Понимаешь? Но это я тебе привел как бы такой дугмат КЦ, правильно? То есть как экстренный случай. Но такие вещи есть, понимаешь? Поэтому, как это по-русски говорить, нельзя все стричь под одну гребенку. Мне кажется, 100% что надо сделать, надо ужесточить как бы правила израильского гражданства. Вот я, если бы у меня были силы, да, я бы поднял флаг такого общественного движения, на котором было написано «Израхут аль-мале». Вот у нас такой лозунг такой есть, да, «Настоящие правые», то есть, как, наверное, по-русски, да, «Полностью правые», «Настоящие левые». А я бы поднял такой флаг, на нем было бы написано «Израхут аль-мале», «Настоящее гражданство». Наши дети служат в армии, почему их дети не служат в армии? Наши служат в полиции, почему их дети не служат в полиции? И так дальше. У них там их режут, они стреляют, они говорят, полиция, защитите нас. А почему вы сами чай не защищаете? Входит полиция, они говорят, вау, только арабов мочат. То есть есть много, где можно дожать, понимаешь? Но о том, что кого-то куда-то переселять... Вот и идет радикализация молодежи. Они не дураки, они арабские. Не... Ты не сможешь их отсюда выковырять? Каким макаром? Никак. Только-только. Я согласен с тем, я согласен с тем, что в качестве меры, например, наказание было бы очень правильно, если признано, что кто-то действовал на националистической почве, было бы лишали бы его гражданства. Ну тогда они скажут, они тут же обыграют и скажут, да, ну хорошо, а вот евреев, которые признаны в том, что они на националистической почве, ты тоже будешь лишать гражданства? Ты будешь говорить, нет, ну евреев нельзя, они свои там. Топ, господа и дамы, ладно, все. Хочешь сказать? Да, спасибо, Женя. Ну, все, спасибо. Ну, окей. Можно? Да, конечно. Ну, я помолчу тогда. Нет. Ну, дайте вы. Ну, по очереди, да, пожалуйста. Так, Аврум, тебе дали, тебе, ты почетный член. Да, что я хочу сказать.
что вообще-то, как с иной точки зрения, не происходит ничего такого, что не происходило бы вообще в западном мире. Поведение полиции ВАК, которые звонят, говорят, у нас тут арабы бьют евреев, им говорят, значит, вы живете в неправильном районе, ну, в неблагополучном районе, и мы выезжаем только на убийство. У вас труп есть, а нет трупа. Ну, мы, значит, это то, о чем говорил Женя, что не будет ВАК евреев, не будет проблемы. Ровно такой же звонок может быть во Франции, там, в Марселе. Все знают, что существует в Америке, и в любой современной, значит, передовой стране, в Германии, во Франции, существуют районы, куда полиция не ходит. И если там какого-то приличного человека обижают, то ему полиция говорит, что вы, так сказать, а что вы там забыли, значит, вы живите. В этом смысле, так сказать, весь Израиль представляет собой некий неблагополучный район, и, так сказать, строго говоря, реплика, так сказать, западного сообщества, она такая, что, значит, что вы там забыли, и... Ну, вот я просто объясняю общую, так сказать, картину. Поэтому, значит, и лишение, скажем, гражданства – это мера, которая в современном цивилизованном мире не ее нету. Значит, нет ни одной страны, которая бы, так сказать, за... Нелегального иммигранта могут выгнать без проблем. Значит, он нарушает, его выставляют. Вот. А натурализовавшегося гражданина, значит, Израиль себя пристегнул, значит, так называемому свободному миру. Все знают, что в свободном мире идут такие процессы, которые можно смело назвать суицидальными. Как бы. Другое дело, что Израиль маленький, и он не может себя вести, как Франция. Франция большая, значит, там мусульмане, их много, их мало, значительно меньше, чем французов пока что, и они далеко. А в Израиле, значит, мусульмане через дорогу, он маленький, и, значит, если он начнет подражать во всем Западу, то от него ничего не останется. Вот. И, значит, поэтому на этих путях, значит, сплочение Израиля на идеологии, вот о чем говорил, значит, эксперт Табака, что сплочение Израиля на население Израиля на идеологической основе, значит, уже невозможно. Израиль – плюралистическое общество. Здесь никакой идеологической, так сказать, сплоченности быть не может, потому что одни живут в Израиле, потому что они хотят быть евреями, другие приезжают в Израиль для того, чтобы забыть, что они евреи, не чувствуют себя, значит, это мотив, в частности, мотив сионизма, так сказать, приехать в Израиль и не забыть, что ты еврей, потому что евреи – это запуганное такое забитое существо, у них такая вот, вот. У нас это не получится. Значит, Хамас выстригает, каленым железом выжигает любые, так сказать, мотивы не идеологические, вот, поэтому кому не нравится, значит, ну, для нас это закрыть. Наше счастье, что Хамас там небольшой, но он сжигает, как бы, исламское, значит, он поднимает исламское знамя, значит, и рассчитывает на значительно больше резонанс. Для нас, опять же, этот путь, значит, мы можем, безусловно, стимулировать в Газе какие-то прагматические настроения, но я думаю, что люди, которые, так сказать, хотят построить свою жизнь на какой-то более рациональной, реалистической основе, чем ислам, они просто оттуда уезжают. Их немного. Сейчас много раздается голосов, вы сами знаете этих людей, там вот там и Нахман Паланкер, Даниил Паланкер, они говорят, что эмиграция – ключевое слово. Значит, ну никто, это не Советский Союз, значит, не, никто, значит, запретов выехать. В отказе сидеть не будут, в отказе сидеть. Да, 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 у нас это будет, поэтому, значит, да, нам бы хотелось, чтобы была массовая эмиграция из Газы, но ничего не получается, значит, основная масса, значит, по каким-то причинам она там остается и продолжает рожать много детей, вот. Значит, в том смысле, значит, вот такой поединок военный между, значит, идеологически упертым режимом и, так сказать, свободным миром, это была Вторая мировая война. Там был, так сказать, Гитлер, и были демократии, которые не подавляли инакомыслие. И все знают, что и в Америке, в Англии в это время были, так сказать, пронацистские группировки, и с ними ничего не случилось, так сказать. А, вот. Но это не чистый эксперимент, потому что в нем принимало участие некое, так сказать, вот Советский Союз, который, так сказать, был, ну, не принадлежал
Сейчас много разговоров о том, что он мало чем отличался от нацистской Германии. У него действительно было много сходства. Но, вероятно, были какие-то точные отличия, которые, значит, вот, и смазали весь этот эксперимент. И, кстати, в соревновании демократии с тоталитарным, как бы, они, правда, были экономически сопоставимы. Хамас несопоставим. Значит, если к нему не присоединится там фундаменталистский Иран, который уже по экономическим своим возможностям сопоставим с Израилем, то есть если им не удастся, конечно, значит, это шииты, сунниты, в какой мере им удастся, так сказать, объединиться, там сложная игра внутри них самих, это все нас, так сказать, спасает от больших неприятностей, вот, но... Значит, в принципе, значит, явление на сцене какой-то, ну, упорной, так сказать, такой массы действительно представляет большую угрозу. Я повторяю, что у вас в истории Второй мировой войны, значит, прямой аналогии найти нельзя. Но, тем не менее, вот я, в свою очередь, думаю, что, возможно, ключ к нашим делам заключается в появлении каких-то третьих сил. Всегда такой третьей силой были Соединенные Штаты. Сейчас в них самих идут процессы, которые нам сложно, так сказать, оценивать. Вот. Ну, я не очень... Это я оставлю в виде вопроса, потому что ответов у меня... Что должен делать Израиль? Он должен очень внимательно следить, значит, за, так сказать... Ну, не Нетаньяху, но меня производит человека... Вот что он делает? Он ничего не делает. Он ждет Машиаха, так вот, если посмотреть. В каком-то смысле... Не... Он, да. Он дожидается каких-то новых обстоятельств. Каких-то он дождался, они скверные. Появление Турции, например, на горизонте. Что, на горизонте? Ни в 48-м году, ни в 67-м году никто слова такого не знал. Да. А сегодня это, так сказать, какая-то реальная сила, которая, значит, может вообще во всем этом, так сказать, принять самое неожиданное участие. Вот. Но если есть такие плохие неожиданности, то, во-первых, мы, евреи, имеем полное право ждать и просить хороших неожиданностей. Вот. Смотри, на секунду, да? Смотри, я думаю, что это у меня ощущение как бы глобальное такое. В целом, израильское общество попытается сделать максимум для того, чтобы не сдвигать, не менять коренным образом прагматическую модель. А именно... Ребята, давайте жить. Я согласен. Это согласен. Нам подходит, это нам ментально подходит, это нам греет душу. Мы совершенно, для нас в каком-то смысле смертоубийство идти на идеологический поединок с Хамасом, мы не для этого здесь живем. Понимаешь? То есть, грубо говоря, согласен полностью, если бы арабы не провоцировали на Храмовой горе, мы бы, средние израильтяне, мы бы про нее вообще бы забыли. Понимаешь, нам это настолько до фени вообще, все эти дела. Понимаешь, нам было там нормально по-человечески пожить, покайфовать, все как бы отлично, и вообще и другим помогать, и все. А что Храмовая гора? Ну, это бред какой-то. Понимаешь, типа, мало чего изменилось со времен Моше Даяна, когда он говорил, нафига нам нужен Ватикан. Отношение такое же, понимаешь? Вот. Но я думаю, то есть это общее. Силовые структуры, они будут действовать. К сожалению, это происходит, то, что называется, больше бадиават, опосля. То есть простые люди, они все время за это платят. То есть нет такого превентивной меры. Давайте устроим рейд, давайте сейчас сделаем отстрел. Нет. Люди, не дай бог, вообще, люди погибали, люди гибнут, люди получают там, я не знаю, какие-то ранения, их избивают. И только после этого. Но это, ну, вообще как бы специфика демократической страны. Понимаешь, что ты можешь наказывать человека только за, когда он что-то уже сделал, вот что-то типа этого. Но при этом, я все-таки вижу, что есть некоторая критическая масса подспудная в народе, которая, тем не менее, как бы назревает. Потому что, например, фотографии Магава, который сидит у входа в детские сады в Лоде, это вещь, которая, то есть, называется не срав базикарон. Это то, что выжигается в народной памяти. Такого не было. Народ такого никогда не видел. И народ, тем не менее, это так не оставит. Понимаешь? Поэтому я думаю, что в целом мы будем продвигаться, как и продвигались. Но я думаю, что все-таки под воздействием как бы созревающего народа что-то будет меняться. Вот меня, но это будет происходить очень медленно. Вот моя такая оценка. Я согласен с тобой, Натан.
Ничего очень быстрого, кардинального не получится. Особенно сейчас придет Лапид к власти, 5-10. Понимаешь, понятно, ничего кардинального не получится. Но тем не менее, окей. То, что в Яфа происходило, послушай, но это же, там же в Яфа живут в основном совершенно левоориентированные ребята, понимаешь? Вот, и когда там просто человека на улице избивают, он чудом остается жив, вот, только потому, что он еврей. А он там владелец ресторана, он там вообще годами живет в Яфе, и вот для него это все. Он просто, он не может просто понять, каким образом это произошло. Чем я слышал, например, сейчас, Гриша, я вижу руку последнюю как бы фразу, слушал совершенно потрясающий диалог, вот тоже с Кэрой Нойбах, я ее все время слушаю, да? Нет, слегка, это было бы Вайнет. Вот, и... Там спрашивали двоих ребят, один парень с кипой, который на въезде в лот, они поехали туда, чтобы помочь как бы своим, просто были крики как бы о помощи, вообще телефоны и все, и их на въезде вот арабы забросали камнями, вот, и его вытащили из машины, он чудом остался просто жив и все прочее, да, и стреляли в них, стреляли, там пуля просто попала в лодыжку его, когда они выехали, там стояли полицейские, вот, и они им говорят, тут вообще стреляют, все, они говорят, ну а что тогда поехали? Понимаешь? А с другой стороны, парень, который в Яфе, вот у него там ресторан, он говорит, я 10 лет живу в Яфе, вообще полный кайф, все. Он идет по улице, проезжают арабы, останавливаются, смотрят ему в лицо, понимает, и просто избили его дико, он просто у него там тфарим, шрамы и все. Я к чему хочу сказать? И тот, и другой говорят, и тот, который, по-видимому, совершенно левым, говорит то же самое, что меня, говорит, дико возмутило, что в обвинительном, понятно, отловили тех и других, что в обвинительном заключении нету ни слова, знаешь, есть такие расовые неприязнь, национальные. Да, понятно. Этого вообще не было. Понимаешь, как такое может быть? Понятно, что хулиганки. Мы только потому, что мы евреи, никаких других причин как бы нету. Понимаешь? Окей. А, кстати, евреи, между прочим, они, конечно, отморозки еще те, которые вот этого араба в Батьяме, да, избивали, и все, слава богу, он остался жив. Ему грозит 15 лет. Там вот эти вот слова национальные, это самое, национальная почва, там раз и все. А они там через каждые два слова просто звучат. Окей. Ну, это БЛМ, БЛМ. Да, совершенно несимметрично. Гриш, мы тебя слушаем. У тебя поднятая рука с прошлого раза или сейчас? Сейчас я очень коротко. Да. Я хочу сказать, что все-таки самая большая сила Израиля – это даже не в армии, а в репутации. Вот. Вы, находясь там, очень хорошо понимаете, что будет там, какие коалиции Лапид, Беннет там и так далее. Вот. Но извне видно, вот, что был очень долгий период, когда одни Израиль ненавидели, боялись и уважали, вот, другие им гордились. От этого была большая алия. Вот, сейчас эта ситуация может измениться. Кроме того, что в последнее время было таким привлекательным в Израиле? Таким привлекательным было то, что остальной мир как будто бы сошел с ума. Сказать, что Америка, что Европа, что Россия. Вот, и единственный какой-то вот такой здравомыслящий уголочек. Вот, и поэтому очень важно, чтобы сейчас ну вот были какие-то умные решения, что называется, вылезти хуц микуфса. Так это называется? Да. Да. Вот, ну вот это вот то, что я хотел сказать. Да, окей. Смотри. Что-то неожиданное. Выйти вот из этого круга. Лапид, Беннет, Нетаньяху, правительство, коалиция. Нет, ничего кардинального не будет. Все движется, к сожалению, очень медленно. Движется, но медленно. Все. Да, действительно, Женя Шина правильно говорил, что как бы... Ну, такая концепция о том, что Израиль – безопасное место, и вообще, как бы, если ты хочешь жить спокойно, вот, и все, должен приезжать сюда, она, в общем, существенно, как бы, подмочила свою репутацию. Да, действительно, у нас происходят события. Но, тем не менее, мы, которые здесь живем, не потому, что мы тут, как в окопе находимся, тем не менее, мы считаем, что в Израиле жить правильно, почему… Нет обеспечения как бы безопасности. Я только хотел сказать, да, что дело не в опасности, дело в умности. Вот только... Я хочу сказать, что исходным пунктом сионизма, такого рационального сионизма, было избавить евреев, а вот быть как все народы означало, да, избавить евреев от этих приливов и отливов ужаса, когда, да, они живут от погрома до погрома, от изгнания до изгнания. И сейчас, когда полстраны живет от обстрела до обстрела, другая часть страны живет от погрома до погрома, это несовместимо, да, с замыслом.
Поэтому замысел надо либо, так сказать, восстанавливать, либо от него отказываться. Ну, надо называть вещи своими именами. Я все сказал. Это провал, это в каком-то смысле провал сионистской доктрины. Я согласен с тобой. Сионистская доктрина говорила о том, что очень простая логика. В тот момент, когда евреев бьют в диаспоре до существования государства Израиля, потому что у них не было своего государства. Они, грубо говоря, были белый ворон или там бельмом на глазу, как угодно. Когда ты станешь как все, ну так растворишься, к тебе будут относиться. Оказалось, что это не так. В этом отношении, действительно, сионистская доктрина, она как бы потерпела поражение. 100%. 100%. Да? Окей. Ну хорошо, дамы и господа, мы на этом мы заканчиваем, правильно? Было некоторое молчаливое большинство. Наверное, да, Натан. Но если что, хотел бы добавить, да, дай больше американские процессы, чем израильские, да? Могу тебе сказать, наверное, медленно-немедленно, но мир заставит шевелиться быстрее, потому что мир левеет быстро, и, к сожалению, уже и по Израилю стало заметно, что Израиль тоже начинает леветь, в общем-то и целом, видно, снаружи. Да? Левеет. Я не согласен, но не важно. По вашей прессе я наблюдаю, она мне все больше и больше MSNBC напоминает. Я CNN. Тоже не согласен. Совершенно не по отношению к Израилю, совершенно это все-таки совершенно неправильно. Главная тенденция в Израиле это, по крайней мере, англоязычные тексты. Взгляд на жизнь, и Осло вообще рухнуло совершенно, никто про это не говорит. К сожалению, сейчас снова осталось про два государства разговор, мы считали, что это ушло с повестки дня. По отношению к Израилю это неправильно. Все совершенно поправилось. Ну, может быть, окей, дать то Бог, да, что сама. Но мир заставит как бы внешне, потому что Иран, по крайней мере, явно воспрял и с приходом новой администрации, и будет воспринимать, и будет все быстрее радоваться жизни, так скажем. Ну, посмотрим, конечно, но... Окей. Подозреваю, я же говорил, как бы. Все непросто. Сложное движение происходит, но мне кажется, в этом движении, как бы, ну мы как люди, как бы верующие, грубо говоря, да, мы видим в этом руку Всевышнего, но все зависит от нас. Все зависит реально от нас. То, насколько быстро мы придем к какой-то цели или каким-то положительным результатам, зависит от того, как мы будем действовать. Окей. И в этом была задача нашего сегодняшнего занятия в том числе. Окей, заканчиваем, хорошо? Если есть желание, то встретимся в какое-то будущее и обсудим тоже какое-то положение. Я буду сам все время слушаю. Если я что-то такое слышу, как мне покажется интересным, я вам предложу. Ну и, соответственно, если вы увидите, то можете тоже предлагать. Окей. Спасибо. Всем счастливо. Спасибо тебе пока. Большое. Учите иврит, будете спасибо, слушать сами. Да, учите спасибо. иврит. Совершенно потрясно. Я, например, первую часть дня, например, вообще не слушаю ни музыку, ничего. А все время слушаю радио. Окей, всем счастливо, пока. Сурот.